Всем привет, ребят. Ребят, мы будем бить. Вопрос. Потом кто мешает? Сейчас буду первым. Я ради бабушки. Смотрите, лысая баба, которая нам все время мешает. Вчера нас обматерила на три буквы. Это мне не помешает ради бабушки забить. Да, сейчас обзор на мячку. Обзор на Рамика. Вот я. Он любит поиграть. Есть вот. Его снегоходы. Да, бей. Он почти девятка. Но это уже не первый, знаешь. Короче, ребят, пить охота, знаете. Побей, пока я попить пойду. Пошли попить. Ой, пошли попить. Я попить хочу. Ты побей. Надо попить. Мы. Топала. Бочка есть. Опять она докопалась до всех. Ладно, а нам это ничем не помешает. Идем. Жесть, конечно. А давай идем попить. Идем попить. Смотри, как ты сейчас кошка. Класс. Мы пьем. Сейчас. Расписать сюда. Исландия. Сейчас опять упал. Посмотри, тут бешено. Все, я пил. Ну да. Вот, сам подошел. Сейчас я встану, поснимаю. Тамик, что случилось? Окей. Да. Тамик уже, блин, наигрался. Да, и теперь он меня поснимает. Видео идет? Да, идет. Короче, просто что-то случилось. Я просто поговорился. Дай мяч, Тамик. Ну, кто уже, блин, тут наигрался? Да мне пофиг, все, дай мне мяч. Последний раз. Ты последний раз бьешь. Всему. Почти перекладин. Ну, сейчас он пас. Рамик, снимай меня. Снимай меня. Снимай меня. Снимай меня. Мячик. Ребята, почему только я сближу? Видишь? И кому нравятся собаки корги? Напишите. Мы скоро, когда уже чуть подрастем, через 4 года, может быть, наверное, ну, сближенно, мы разыграем челлендж. Мы, наверное, будем уже, ну, у нас, наверное, уже будут подписчики. Мы будем продавать, ну, типа, раздавать, кто выиграет в челлендже. Нет, никак не доверяйте. Я... Разыгрывать будет тогда, когда у меня уже банк. Короче, когда у нас деньги появятся, примерно, я еще не знаю, когда,
Ну, примерно, когда уже на работу устроимся. Вот. Да, мои подписчики только из России, Казахстана, это Киргизстана. Куда ты идешь? Почти. Почти. Он не в воротах, если что. Он за сеткой. У тебя последний удар. А мы же по 5 бьем. А теперь по 3. Нет, по 3. Я же только 2 бил. Хватит. Все честно должно быть. Сегодня тоже будет, наверное, много видео. Мы когда это видео заснимем, я его на канал запущу. И будем другое снимать еще. Да. Мы сегодня бесперерывно. Мы сегодня до 10. До 9, до 10. Ну, короче, разберемся. Из этих рукавов. Кто знает такие, откуда вода идет? Там на нас стреляли, там еще сказали так, то, что там вода с большой скоростью, около 200 км в час. О, боже, коровка, иди сюда, посними ее. Боже, коровочка. Боже, коровка, смотрите. Не надо ее брать. Ай, смотрите. Вот, ребята. Прилетела. Влежу на ее плохо, конечно. Я сближаю иногда, чтобы было вам лучше видно. 3 раза очень быстро зачекали. Вот, ребята, вот ворота, я чуть сблизил. Вот, вот это гол, 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 гол. Видите, я скачила от сетки. На, поснимай пока. Еще 2? Только потом мне еще 5, а то я только 2 сделал. Я вот тут рядом буду. Давай я стану на вар. Не, я крепко буду держать, чтобы было лучше видно. Ну как в прошлый раз. Вот, гол. Гол, вот сюда прилетел. Вот вся позиция. Вот сюда. Да я показываю подписчикам. Вот, ребята, штангу, штангу вот сюда. Я не буду защищать снимочки с оператора. Понятно? На паузу? Короче, вот эта сосиска хотела попросить меня вырезать. Она справилась на моем канале. То, что нельзя ничего вырезать. А вырезать, чтобы тебе... А зачем я это сказал, что тебе стыдно не было? Ну, а давайте поснимем, поснимем тут чуть-чуть. 9. Опять мимо. Давайте, о, давайте присядем сюда и будем снимать, как рамик бьет поворотом. Ой, 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 ой. Вы, наверное, ну, я просто буду ворот снимать. А я буду тут сидеть и отдыхать. Вот эта сосиска идет. Шевели батонами. На, трэш так говорит. Дальше. Сейчас он мяч поставит. Ой, извините. Снимаем. Бей Лео Пепси. То есть Мухаммед Салат. Не 9, конечно. Один.
Один я считал. Я считал. Ладно, два. Да не видишь. Эпка. Лежу. Привет. Далеко. Далеко. Кстати, я вас сейчас просто... Я призывну к солнцу. Блин, кровь течет так легко. Легко. Что ты, лиси, фляхи, фляхи. 9. Все, дай, теперь ты снимай. Далеко. Почти 9. Далеко. Ну я для бабушки 40 на 20. Это вы зачистите слова. Сейчас ближе он. Как он снимал. Я просто буду ворота снимать, все позиции. Его я не буду снимать. Ну и как мяч прилетел. Вот это. Я надеюсь, он хорошо видно. Если нет, я чуть-чуть так заближу. Вот так. Ну нет. Вот туда, мимо, он туда полетел. Еще 4 удара, ребята, слышите? Это один, но у нас 5. Зачитайте, чтобы вообще было честно. А то он любит так жульничать. Я Никиту знаю. Ну так, чуть-чуть. Редко случай. Уже вчера он жульничал. Вот, ребята, в наказание мы будем челлендж делать, но не сейчас, а с нашим. Ну, типа, есть кто проиграет. Она такая сама? Да. Понятно. Кто проиграл, кто будет это кушать. Ну, это мы потом будем играть в это. В 90. Короче, кто проиграет, будет вот это кушать. Это шоколадка, которая уже так растаяла, то, что ее... Всё, мимо опять. И зачем? Уже 3 удара. У тебя 3, кстати. Что 3? Удара. Давай. Что? Давай. У тебя 3 удара осталось. Подписчики зашли. Мы с ними считали. А то я знаю, ты любишь так чуть-чуть пожульничать. Мы, ребята, уже снимаем 13 минут 30 секунд. Вот туда. Удар. Прилетел, но ходяши не в 9. Я вообще не могу. У меня вот ноги все устали. У него еще 2 удара. Проигравший, кто меньше забьет, вот это будет кушать. Это кто 3 раза по 5 раз забьет все голы. Гол. Последний. Кто забьет 3 раза по 5, да? Ну, типа 5 ударов. И забьет, и ни одно не промахнется. А проигравший будет вот это кушать. Пожу. Каждый человек на все 5 попыток должен забить 3 гола. Это забьет 2 гола. Так. А кто проиграл, кушает вот это. Ну, вот это тоже. Нет. Тот получает пендаль с мячом. Нет, давай лучше как. Не-не-не, давай вставай. Ну это мы в конце учимся. Ладно, мы посмотрим, как он будет кушать эту конфету. Б.
Давай, кушай. Вкусно? Нет. Она как будто три дня на солнце, да, пролежала? Давай, доедай. Нет, когда давай пендаля. Ребята, учтем то, что... Не было в условиях, сколько должен пить. Ну ладно. А, дайте ли тоже не... набирать воду. Не будем мучить человека. Ладно, пошлите набирать нашу воду. Для вас пройдет секунд, для нас 2 минуты. Наливаем воду. Там правда, фигней страдать. Видите, сколько здесь 50, пока все лучше. Спасать пока здесь. Ой, блин. Сейчас. Просто не будете видеть ничего. Пашка пришла, ты от меня не говорил. Ну какая ты, блин. Типа не родственник. Холодно. Иди посмотри, вон Паша. Посмотри, ой. Посмотри прямо. Пропусти, пропусти. Ой, блин, это трушка. Рамбик! А сейчас будем играть. Короче, блин, заняли место. А ты мою взял? Ну, блин. Если кто-то три раза, как он будет кушать вот эту. А можно я прямо сейчас кушаю это? Нет. Просто так, пожалуйста. Ну это говно. И что? На. Ты сейчас не снимаешь? Не снимаю. 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 Вот время идет. Понятно. Третий раз уже пендель. И сейчас я буду. Потому что я еще ни разу не буду. Не, ни разу, конечно. Ну, то есть, то есть. Ой, ой, ой. Не снимай, да. Оператор. Да блин, так, снимаем. Вот рамик. Я потренировался. Стой! Мне надо было это, зум сделать. Ладно, ребят, наверное, видео подходит к концу. Всем пока. Рамик, попрощайся.